Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Creeper World. И сегодня это туториал, как установить русификатор на игру Minecraft, версия 1.2 и меньше. Для версии, которые больше, делаю отдельный туториал. И начнем. Сейчас заходим в Google и давайте скачаем. Для чего ссылочку я оставлю в описании, русификатор 1.2. И мы скачиваем такого, хорошего сайта, будет для Minecraft. Minecraft мод. Ссылочку я оставлю на сайт. Вы его скачаете. Когда вы скачали, вы его открываете. Вам архив WinRAR. И вот здесь все файлики. Потом вы нажимаете пуск и выполнить. Здесь видим такой комбинацию, как процент, если что-то в описании будет. Можно просто скопировать дата процент. Нажимаете ОК. У вас папка, Minecraft. Даже у вас сегодня не будет, потому папка bin. Вы вот потом заходите, видите такой файлик Minecraft. Помните, Minecraft, нажимаете включен. Нажимаете по нему правой рукой мыши, открыть с помощью, выбираете WinRAR. Здесь сейчас будет такая папочка под названием, сейчас я напишу. Вот под таким названием будет написано. Meta-inf. Вы ее удаляете из того архива, вот так. И вот из вашего, из русификатора все суете вот сюда. Значит, ок. Когда вы что-то перетащили, можно зайти в Майнкрафт. Через пиратку, через лицензию. Так, вот Маджанг. Потом вас заходит, вы заходите. Так, если у вас будет с текстурпаком, видите, что фразер текстурпака так не идет. Поэтому я себе текстурпак выключу. Видите, вот, вы потом заходите в настройки и выбираете текст, выбираете язык English US. И все, вы можете либо создать любой мир и писать по-русски, вот, например. Вот, писать по-русски можем. И все, русификатор установлен. Если я вам помог, то вы можете подписаться, поставить лайк. А с вами был Creeper World. Всем удачи, всем пока!